Всем привет! Видеоинструкция о препарате Клотримазол 1% 20 граммов крем. Действующие вещества Клотримазол. Страна-производитель Румыния. Противогрибковое средство группы производных имидазола для местного применения. Оказывает действие за счет нарушения синтеза эргостерола, являющегося составной частью клеточной мембраны грибов. Обладает широким спектром действия. Активен в отношении дерматофитов, плесневых грибов, грибов рода кэндида, молосезиа фарфар. Клотримазол активен также в отношении коринобактериям минотисимум, стрептококкоса спп, стафилококкоса спп, тричомонас ваджиналис. Фармакинетика. Плохо всасывается с кожи и слизистых оболочек. Накапливается в роговом слое эпидермиса. Показания. Грибковые заболевания кожи, микозы кожных складок, стоп. Отрубевидный лишай, эритразма, поверхностные кандидозы, вызванные дерматофитами, дрожжевыми, включая род кандида, плесневыми и другими грибами и возбудителями, чувствительными к клотримазолу. Микозы, осложненные вторичной пиодермией. Противопоказания. Первый триместр беременности. Повышенная чувствительность к клотримазолу или другим компонентам препарата. С осторожностью, период лактации. Побочные действия. В редких случаях отмечаются местные реакции. Зуд, жжение, покалывание в местах нанесения крема, появление эритемы, волдырей, отека, раздражение и шелушение кожи, аллергические реакции, зуд, крапивница. Дозировка. Наружно. Крем наносят тонким слоем 2-3 на предварительно очищенное с применением мыла с нейтральным значением РЭН, и сухие пораженные участки кожи и осторожно втирают. Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания, локализации патологических изменений и эффективности терапии. Лечение дерматомикозов проводят не менее 4 недель. От рубевидного лишая – 1-3 недели. При грибковых заболеваниях кожи ног терапию рекомендуется продолжить еще в течение не менее 2 недель после устранения симптомов заболевания. Стоимость от 110 рублей. Спасибо за просмотр.